have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы находимся внизу, так холодно, где же свет включается, спрашивает наш енот, может тут лучше в приседе ходить. Находимся мы, если что, в клубе Байт, попали мы сюда совершенно нелегально, в поисках нашего зеленого галстука, который, собственно, зеленый галстук откинул нафиг, спустились мы за ним по тайному лифту и... Знаете, как в норе все становится страннее и страннее. Это еще что за нафиг? Тело. Это мертвый голый мужик-выдра. Это джаз? Труп молчит. Это Джесс Грин, я его нашел. Вы складываетесь прямо передо мной. Складываетесь, в смысле, вырвал, что ли? Передо мной муж Адетты. Зачем мне его трогать? Я не хочу на нем следы оставлять. Попробуйте определить причину смерти. Судя по виду, тело смерти была ненасильственной. Это просто голый, мертвый, немного полноватый мужчина-выдра. Я вот тут про передознули тоже думаю. Ну-ка. Тело лежит неподвижно. Оно однозначно мертвое. Возможно, оно было убито недавно. Обнюхать. То, что раньше было Джереми, теперь пахнет затхлой выпивкой и дешевым одеколоном с явной примесью чего-то травяного. С меня хватит, я сваливаю. Новая цель — сбежать. Избавиться от Сида. Угу, я понял. Девочку мы тут уже не найдем, да, я так понимаю? Кто-то идет, скорее нужно спрятаться. Угу. Пришел мартышка какой-то. Так, давайте думать. Monkey Bat будет связано с тем, что его производят мартышки или нет? Гриш на проводе. Нет, я все еще на резке. Ладно. Значит, ты у нас Гриша, понятно. Мы просто в прошлой серии притворялись Гришей. Офигеть. Мне жаль, Джесс, даже ты такого не заслужил, такого вообще никто не заслуживает. А вот и ключи, возможно, я даже выберусь отсюда живым. Это очень хорошее замечание, дружище. Я бы хотел выбраться отсюда живым. Мне наш енот очень симпатичен. Я окажусь в клубе? Ну-ка. А, это... Использовать лифт. Какая-то раздевалка, лучше тут не задерживаться. Я вниз поеду или куда? Чё за фигня? Где я оказался? О, прачечная. Это прачечная? Фигачечная, это Министерство культуры. Короче, да, я теперь могу только сбежать отсюда. Почему в заставках музыка такая громкая? Причем я с этим сделать ничего не могу. Происходит вот такое. Музыка почему-то очень сильно отличается от выставленной в игре. Дело закрыто.
Девочку мы, кстати, так и не нашли. Это была наша побочка, но... Но мы про нее видели и писали что-то. Так, акт второй. Связь. Ачивочка, первый акт закончена. Жаль, что я не смог пройти побочку, но там фишка в том, что меня... Когда уже зашел в комнату, где должен быть, выдр, назад меня уже не пускало. Я там мог уехать только на лифте, и получается, что я провтыкал дополнительные задания. Это очень жаль. Блин. Они его реально разделывали. Я даже думаю, типа, они его реально... Вот это на самом деле можно было бы сказать, что он просто передознулся, и они хотят избавиться от тела, но это, видимо, постоянная практика, то, что там происходит. Поэтому... Чтобы избавиться от тела? Или еще что похуже? Бред какой-то. Мы не едим себе подобных. В бать что, подают плоть горожан? Они разделали трупы и фасовали их по коробкам. Я слышал истории о ритуальном каннибализме в прошлом. Когда... Так, давайте связывать, что у нас было в грузовике. В грузовике он сказал, сегодня 5 коробок. Говорит, нет, погоди, я могу забрать только 3. Угу. Я сначала думал, что это про Monkey Bat, но... Ну а теперь это приобретает совершенно другой смысл. Его труп до сих пор у меня перед глазами. О, нет. Нет, не вспоминай этот запах. Концентрируйся на алкоголе. Так, ладно. И что мне теперь, блин, делать? Какая же задница? А, просто звездец. Я обязан что принять? Нужно пойти в полицию. Что мне сказать о Детте? Честно говоря, насчет о Детте я бы сейчас не заморачивался. Почему Джесс? Что он сделал? Я думаю, что это не просто... Ну, то есть... Не потому, что это Джесс, я думаю, что это просто один из посетителей, которого заманили и сожрали там. Ну, или, по крайней мере, расчленили. Нужно пойти в полицию. На самом деле, я бы это обсудил, наверное, с нашим другом полицейским. Это реально сработает? Что я им скажу? Привет, я тут лез на частную территорию, хочу доложить о расчленении. Меня, скорее всего, арестуют за проникновение и даже не дослушают. Эти уроды терпеть не могут... Висяки, они похоронят это дело в бюрократическом аду. Они просто арестуют меня и бесплатно окажут услугу Бладвард. Нет уж, спасибо. Должно быть, у Бладвард есть какие-то связи. Получается, к полиции это... Вот, у нее есть связи. Она не может заниматься всем этим без крыши от каких-нибудь шишек сверху. С этим лучше не соваться к полиции. Думай, Говард, думай. Ну а что мне сказать о Детте? Я думаю, что... Ну давайте перечислим. Может, правду? Нет, слишком жестоко. Соври, скажи, что он сбежал с кем-нибудь. Тяни резину, скажи, что все. Если тянуть резину, она может не вытерпеть и пойти к кому-то еще. Если сказать, что он сбежал с кем-нибудь, она все равно его будет искать, по-моему. Нет, правда, слишком жестоко. Вашего мужа разделали на куски в подвале борделя, а я рядом стоял. Блин, ну нельзя же так, Говард. Я же позвоню что-нибудь на плиту. Может, даже лучше, что его больше нет. А почему Джесс? Что он сделал? Может, он просто оказался не в том месте, не в то время? В смысле, а что если он не первый? Я думал, что это очевидно. Конечно же, он не первый. Сколько уже Бладвард так порешила? Этого я уже не узнаю. Да и знать, пожалуй, не хочу, обязан что-то предпринять. Да, да на что я, блин, вообще в одиночку способен? Должен сделать так, чтобы никто никогда больше так не... Никого никогда больше так не разделали. Это мой шанс сделать что-то действительно важное. Я не хочу провести остаток жизни, выслеживая изменника и разыскивая украденные часы. Так безопаснее, надежнее, меньше возиться с трупами. А еще я не хочу умирать. Вот, это правда. Я сейчас очень ценю нашего персонажа. Не хочу, чтобы с ним что-то случилось. Хотя иногда и жить не хочется. Блин, хотел бы, чтобы мне кто-нибудь... Чтобы мне кто-нибудь подсказал, что сделать. Хотел бы я с кем-нибудь поговорить. Мне кажется, разговаривать с кем-то, с кем я могу сейчас поговорить. И тут мир показал, что у нас прям реальных друзей-то очень мало. Я сам справлюсь. Черт, ладно, хотел бы с кем-то поговорить. Никто все равно не поверит. Нужно, как всегда,
разбираться во всем самому и должен сделать так, чтобы никто никогда больше... Мне кажется, это самое важное дело в моей карьере. Я думаю, да. Но стоит ли оно того? Я не представляю, что мне делать. Я бесполезен. Ну, я бы так не говорил. Ну, блин, ситуация в самом деле отвратительная. Почему я? Нафиг просто. Может, если я залью в себя достаточно, то благополучно обо всем забуду? Просто хочу, чтобы этот день поскорее закончился. Алкоголь — это не выход. Алкоголь — это никогда не выход. Это прям вот... Это прям неправильно. Горящий парк. Черт, ну вот реально он оказался в такой ситуации. Да пошла ну нафиг. Насчет... Да, насчет я согласен. Понять, какая вообще... Как вообще дальше жить. Цель напиться выполнена. Инвентарь. Ключ от грузового лифта в раздевалке. Грязный использованный билет в байт. Напечатанный... Так, придуманный наверху. Так. Со вкусом оформления белая визитка. На ней написано Рене Уилсон. Писательница... Писательница и журналистка. Мне кажется, это... Вот что она делала в байт. Рене Уилсон. Рене Уилсон. Почему это так нелогично? Мне надо позвонить Рене. Мне кажется... Колодец желаний, ну-ка. Кто-то же давно пользуется им как сортиром. Не думаю, что монетка тут поможет. Печально. Тоже той травой воняет. Фу, нет. Гопники, блин. Я же видел, что там что-то не так. Пацан, побазарить не найдется? Выкладывайте. Да, просто побазарим. Есть мелочи для новых друзей? Ой, отвалите. А ну-ка повтори. Ну уж, давай, мне пофиг. Не так быстро, дружок, пора тебе прогуляться по городу боли. Ну идите нафиг. Он напился. Мне кажется, это не самый худший вариант. Грабить нас нечего, денег у нас все равно нету. О, лиса. Ой, а ты ж с обложки, погоди. Мне кажется, я бы не отговорился от гопников. Это не тот случай. Он пьяный, они дурные. Так что, да. Рене. Ой, блин, я как раз... Это вот оказывается она. Ясно. Я как раз о тебе думал. Так, Говард Лотар. Мы в безопасности. Можешь расслабиться. За нами точно не было хвоста? Я уверена. Давай поговорим. О чем? О, ладно, давай я начну. Ага. Я писательница. Я изучаю Кларису Бладворд для моей новой книги про власть и влияние. Вот это очень хороший вопрос. Что ты делала ночью в парке, блин, женщина? Ну, я ушла из байта сразу, как тебя вышвырнули. Видела, как ты там носился. Захотелось узнать, что ты еще задумал. Стандартный рабочий день. Зашла в переулок за клубом. Так, по наитию. А 20 минут спустя, бинго, блюющий енот. Я там 20 минут пробыл? Я, может, просто люблю в переулках плевать. А потом я пошла за тобой, чтобы спросить, что произошло. Зачем и зачем я позволила тебе целую бутылку выпить? Вот этот прикол. Она реально за ним шла, смотрела, как он напивается и... Надеюсь, он того стоило. Это уж сам решай. На кого ты работаешь? На себя. Что до денег, мой спонсор богатенький важный мудак. Хочет себе таким образом самооценку поднять, но знает, что я не люблю, когда мне указывают. Чё за мужик?
Тебе его имя ничем не скажет, но он считает, что так сможет рейтинг набрать, ну и грязью своих оппонентов полить. Расскажи о книге. Я изучаю разные формы правления власти и пытаюсь понять, кто на самом деле управляет городом. Достойная причина, но не знаю. И чего ты этим добьешься? Нельзя починить общество, если не знаешь, что оно сломано. Чего ты так заинтересована? Кларисса, возможно, самая могущественная фигура в городе. Она только усиливает свои позиции с тех пор, как стала главой семьи. Новые наркотики, высокопоставленные гости Байта, много чего. Получается, ты... Погоди, гости... Ты знал, что на втором этаже над баром есть VIP-ложа для сливок общества? Там можно увидеть тех, у кого в руках реальная власть. А про топовых банкиров, комиссаров полиции и даже обезьян. Обезьяну мы видели. Обезьяну мы видели. Даже вспомнить не могу, когда последний раз видел обезьяну живьем. Они нынче предпочитают не светиться на публике, но я видел, как один в байт входил на прошлой неделе. Что он забыл в байте? Либо ужин и танцы, либо у Бладворд и правда влиятельные друзья. Она продает наркотики, в особенности Monkey Bat. На удивление сильный и страшный аддикти... и страшно аддиктивный, ну то есть вызывающий привыкание. Ну да, в бате она продает чистый продукт, на улицах идет разбодяжный вариант. Как ты знал, что его продают в бате? У кого-то был передо мной должок, и, скажем так, я попросила их с пользой провести время. Он хорошо развязывает язык, что таким, как Бладворд, может служить хорошую службу. Ты типа эксперт по ней? Можно и так сказать. Я никогда лично с ней не общалась, и у тебя вот получилось. Какая она? Непробиваемая. А вот и у меня та же проблема. Обычная власть, обычно власть имущие хотят еще больше власти, но она, я так до сих пор не поняла, что ее движет. Продолжим. Что я здесь делаю? Что мне тебе от меня? Для начала хочу, чтобы ты доверился мне, как сейчас доверяю тебе. Что ты нашел в байте? Я на самом деле, да, доверяю сейчас только себе. Я без понятия. Ну, то есть, я понимаю, что она там делала, ее мотивы, но я не хочу никого в это втягивать. Не хочется с кем-то поделиться, облегчить душу. Все равно мне не поверишь. Я обещаю тебя выслушать, я могу помочь, что ты нашел. Ну, долго рассказывать. А ты начни, пока я тебя сюда тащил, ты сказал, что ты частный детектив. Что вообще привело тебя в байт? Я кое-кого искал. Зацепка по делу. Конфиденциальность клиента. Зачем? Что он за кадр? Понятия не имею. Именно это я и пытался выяснить. Давай вот так. Ясно. Ты его нашел? Кларис выпродел мне, ничего не успел. Что ты ей сказал? Я соврал, она это поняла. Там и все, пару слов перекинуть, типа, показать, что я вру. Ты что, вернулся в клуб? Да, именно тогда я нашел. Разумеется. Почему ты это сделал? Интуиция, у меня сейчас все чувства на пределе. Все равно мы приходим к трупу. Все равно. Я не могу юлить. Мы все равно приходим к трупу. Ну ладно. А первобытная чуйка никогда не подводит. Тут нашел. Труп? Где? Что? В подвале байта. Мы его подозреваемого там рубили на куски. Какого фига? Его там разделали, как рыбу какую-то. И разрезали его плотно, аккуратно. Так, там с потолка другие тела свисали. Я видел там несколько ящиков с плотью, не просто одно тело. Ты, блин, шутишь? Шутник из меня не очень. Так, давай-ка еще раз. Бладворд разделывает граждан в подвале байта и в ящики складывает. Схватываешь на лету. Я не сомневаюсь, что она способна на убийство, но это зачем? Может, это жажда власти или фетиш? Мне, блин, откуда знать. Может, она их ест? Нет, их точно вывозят.
Я думал, ты детектив. Ну что ж, я на такое, блин, не подписывался, и убийство не расследую. Не знаю, нифига не знаю. Ладно, тяжело у тебя выдалась ночь. Что теперь будешь делать? Нужно собраться с мыслями. Именно, какой у нас план? С каких пор это наш план? Ну вот так вот, да. С тех самых пор, как я следила за тобой всю ночь, потом твою задницу из лужи достала. У меня к тебе предложение. Какое? Хочу пригласить тебя принять участие в приключении. Поконкретней. Давай работать вместе. Выведем Бладвард на чистую воду. Она определенно опаснее, чем думал. Короче, смотрите, в чем прикол. Если мы берем символизм, то она лиса. Я бы не стал доверять лисе. Но мне кажется, что если мы сейчас ее отвергнем... Короче, послушайте мою теорию. Она в любом случае будет в этом копаться. Если она будет копаться отдельно... Я просто не знаю, если есть такая опция, чтобы мы отдельно, а она отдельно. Если она будет копаться отдельно, в какой-то момент наши интересы могут пересечься, и она меня вырубит, ну или что-то со мной сделает, чтобы я ей не мешал. А так я, по крайней мере, буду как-то видеть и знать ее действия. С другой стороны, все равно не помешает ей меня вырубить, если... Короче, не знаю. Я бы не хотел бы в этом всем... Я не хочу иметь с ней дел. Вот. Знаю, что напуганно я вижу, как твой великолепный ум включается в работу, когда мы об этом говорим. Ты меня охмуряешь? У меня до этого напарника не было, но что-то мне подскажет, что тебе можно доверять. Ты нашел то, до чего я не докопалась. К тому же ты у меня в долгу. Ничего тебе не должен. Как скажешь, но просто представь, ты делаешь свои детективные дела, а я руковожу из тени. Будем командой. Ну и я тебе заплачу. Клариса будет меня искать. Я могу помочь тебе быть всегда на шаг впереди нее. У меня голова неплохо работает. Я хорошо знаю Кларису. Я тебя защищу. Ну, давай что ли попробуем. Прекрасно, теперь пора пить чай. Не заваришь? Ну, я ж гость, давай ты. А я мозг всей операции. Сижу за ниточки, дергаю. Кипяти уже. Само собой, начальница. Короче, я не знаю... Насколько это хорошая идея. Поставить чайник. Какой чай понравился бы Рене? Зеленый с мятными нотками. Пряный черный. Каркаде. Я бы поставил на пряный черный. Крепкая классика. Я не знаю, что о ней думать. Я не уверен, что доверяю ей. Вот, возможно... Не вчера родился, а чивочка приехала. Возможно, она меня использует, но в открытую об этом не говорит. Она тебя использует в открытую, дружище. Или, может, я все же заслужил друга. Быстро она мне голову вскружила. Да, Говард, возьми все же, блин, за голову. Ты с ней только познакомился. Поставь чайник. Я ей не доверяю, честно. Я не знаю, кому здесь еще можно доверять. И я обрадовался, когда увидел ее карточку, но я... Сейчас все будет. Коробки. Ты недавно сюда переехала? А это он, типа, сам у себя у нее спрашивает. Ну, она что-то ответила? Черт. У меня во все такая же. У каждого уважающего себя детектива должна быть такая. Где мы? Доки. Не самая живописная часть города, зато здесь легко затеряться. Пожалуй, правда. Чайничек подкипел, кстати. Енот заваривает чай, серьезно. Ну, в принципе, а чё бы и нет. Черный, хорошо, смотри, не обожгись. Я знаю, как пить чай. Ладно, вернемся к делу. Нам нужно узнать, что они делают с плотью. Заметил фургон Старлинг Сидор в переулке за клубом? Ага, успел в нем порыться. Ты думаешь о том же, чем я? Они вывозят плоть на фургоне, это да.
Точно. Как ты... К чему ты клонишь? А если я тебе скажу, что это не настоящий фургон Starling Cedar? Теория заговора удел... Так, зачем все эти телодвижения с подделкой? Может, расскажешь, как ты это узнала? Видела его пару раз, пока пробайт справки наводила. Хорошая подделка, но если присмотреться, то сразу становится ясно. Как ты узнал, что это подделка? Мне нравится грушевый сидр, что с того? Но лого какое-то подозрительное. Если присмотреться, то даже выцветшее. Ну и куда фургон едет после байта? К счастью, иногда находятся те, кому можно заплатить за слежку. Короче, дальше фургон едет в Гастаун. Заплатить кому-то вроде меня? Нет, каким-то детям с кучей свободного времени. У меня тут маленькая дружеская сеть, не осуждай. Наверное, в следующий раз лучше обратиться к профи. Они не видели точное место доставки? Нет, мой информант преследовал поставку... Проследил поставку до главной торговой улицы, затем след оборвался. Но я сама догадалась, что теперь отправлением в Гастан ящики... Что перед отправлением в Гастан ящики пережидают ночь в переулке у Байта. Я хотел проспать и завтрашний день. Так значит, все будет в Гастауне? Да, ты должен проследить, куда именно доставляют плоть, и все об этом разузнать. Нам нужно понять, куда доставляют плоть. Значит, слежка, засада... А как мне понять, где искать? Там много магазинов. Еще место, куда подъедет фургон. Сидра в нем не будет, но магазин, скорее всего, будет продавать его для отвода глаз. Так что точно сужишь поле своего поиска. Если нет, нам все равно хуже... нам все равно нужно будет все проверить. Это единственное, что сцепка. Ждать следующего раза времени у нас нет. Не уверен, что это безопасно. Глаза боятся, а руки делают. Все у тебя получится. Скорее всего, Кларис наводит обо мне справки. Ты и так уже нагнал на себя подозрения. В чем смысл давать заднюю сейчас? Тебе нечего терять. Надо позвонить Одетте. Звони кому хочешь. Телефон вон там. Может, заодно и такси на Гастауну вызовешь? У меня для этого есть свой водитель. Сейчас все будет. Новая цель. Узнать, куда отвозят ящики. Выследить. Угу. Смерть главы влиятельного семейства, признан несчастным случаем. Потерю главы знаменитого рода оплакивает его ближайший родственник, брат Клемент и дочь Клариса. Так, это про владелицу клуба. А еще брат Клемент. Угу, конечно, так ей поверил. Бойня прямо в центре на Гринвилле. Уф, не думаю, что смог бы еще раз вернуться туда, даже если бы было очень нужно. Лапша. Может, можно... Нет, не отвлекайся. Главная цель — Говард. У Рене тут целая доска под расследование выделена. Ну, хотя бы одна из нас времени даром не теряет. Ну, типа, одна из нас, да. К делу не относится. Интересно, что у него за редактор? Chapter 4. Call editor. То есть, четвертая глава. Позвонить издателю. Ну, редактору. The Bite Pony прямо в центре. Да-да-да-да-да. А, улыбайся, пока можешь. Я еду за тобой, монстр. Ну, она же, типа, писатель... Позвонить редактору. Это, кстати, не подозрительно. Телефон. Ну, хотя это она нам сказала, что она писатель. А кто она? Кому собирать звонить? Черт, давайте маме. Дом Лотеров. Не можешь нормально звонок ответить? Говчик. Говард Говчик. Приходи домой, отвечай там на телефон, как душе угодно. Просто не узнать, как дела. Неделями, значит, не звонишь, а потом как делишь в 5 утра. Ага, как дела? Я нормально, деньги нужны. У меня работа, все окей. Конечно, работа, я просто тебя беспокою. Что же тебе нужно? Мне ничего не нужно, все в порядке. Но раз уж позвонил, то давай помогай. Я каждый день не вижу этих пауков под кроватью.
Окей, да, большие. Все очень плохо, я совсем не паникую, но откуда они все лезут? Тебе нужно прийти посмотреть. Я сама ведь... Конечно, перезвоню через недельку-другую, занят. Может, потом? Я пропаду неделю, может, две, не переживай, хорошо? Ладно, ладно, никогда у тебя на мать времени нет. Может, когда я умру, появится. Мне пора, пока, мам. Пока, дорогой. Повесь трубку. Ну, теперь можно и Одетте позвонить. Алло. Одетте, детектив Лутер, извините, что звоню такую рань. Мистер Лотер, мой муж сегодня ночевал дома, вы его видели? Видел. Видел. Я не смог его найти. Но вы же хоть что-то узнали? Он так и не вернулся домой. Что происходит? Я продолжу искать, на это нужно время. Послушайте, вам нужно доверить о пропаже в полицию. Давай вот так. О, пастырь. Мы с вами прощаемся, Одетта. Но прошу, постойте. Повесить. Ну, это самое простое. Это самое простое, потому что, ну, на мой взгляд. Анатолий. Толя. Анатолий, это Говард. Чего ты такой бодрый, почему не спишь? Говчинский. Думал, я сплю. Сон для тех, у кого нет детей. Вообще-то, голос у тебя веселый. Сын мой только что покакал. Передай ему поздравить, ты не работаешь? Для тебя в любое время. Что за заварушка? Все в ажуре или в абажуре? О чем это? Подберешь мне сегодня в 9, заплачу за весь день, если ты, конечно, свободен. А то говчан, итальян, детективный, мужицкий ураган. Всем преступникам они настучат в жбан. Да, я же тебе говорил, мы не на паре. Не забудь только отец. Может, будет и весело. Супер-пупер, где тебя подобрать? Секунду, Рене, какой тут адрес? Скажи, пусть подъедет к 1640 Альберни Стрит. Это в квартале отсюда. Спасибо, Толь, 1640 Альберни, знаешь где это? А, в доках, погоди, Говчика, что за Рене? Кто она такая? Потом расскажу. Жду не дождусь, ладно, я побег. Мелочь пузатая опять бунтует. Такой вот я папань, еще погоняем. Поесть трубку. Ну все, всем уже позвонили. Во что мы влипли, блин? Во что мы влипли? Ну ладно, начнем с фургона. Найти, куда он доставляет. Звони мне все время. Номер сейчас запишу. Вот еще. А вот еще. Кто такая Одетта? Что делать, когда знаю, куда везут плоть? Наша цель — подтвердить, что плоть вывозят из байта, а также знать, куда и кому. Если что-то нароешь, сразу дай знать. Понял, мне нужно поспать. Может остаться тут сколько угодно. Это мое секретное местечко. Я пока домой схожу. Вечером тут увидимся. Да, до скорого. Я не хочу с ней флиртовать. Пока, Говард. И будь осторожней. Пока, Рене. Вот это в трындец мы вляпались. О! Ну так что за дельца? Ты же помнишь, что я не могу рассказать, но это дело может кардинально все поменять. О, молодчина ты, пора уже заявить о себе миру и где-то имя свое увековечить. Говард! На имя мое мне бы наплевать. А под ним имя напарника твоего. Толян! Бобер, блин. Итак. Вот и он, Гастаун. Пастырь всемогущий. Как же тут мажорно. Гастаун это типа... Блин, фига себе у тебя машина. Ну, первое впечатление может быть обманчивым. Ко мне это не относится. Ты иди снаружи потрещи, я тут пока отдохну как следует. Как мой дед Бобер прописал. Когда там твой грузовик ждать? Надеюсь, скоро. А вот еще что. Принеси мне журнал и газету какую потом. Пока там... шаровариться будешь, а? Посмотрим, как уж выйдет. Спасибо, сегодня так жарко, я вот такой ленивый. Да уж.
Гастаун, однако. Новая цель у нас появилась. С людьми потрындеть. Купить новую пачку сигарет, узнать, куда отвозят ящики, выследить поддельный фургон. Ну, короче, красота. Давайте тогда, ребятушки, на этом будем заканчивать. Тогда уже в следующей серии пошаримся по Гастауну. Пока что. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.